потому что он переживает из-за Лисы еще, плюс, что как бы поднялась эта тема, она такая, личная. Ну, она личная. Слушай, вы находитесь здесь, как бы, знаешь, в любом моменте готовы помочь. И как бы мы тебя все поддержим, если что-то нужно. Как бы. Хорошо. Поэтому ты что? То, что вы хотите лично решать, решайте не лично. Решайте вместе с нами. Да, возможно, так будет и проще. Все-таки давай. С этим нужно справляться, это нужно заменять. Если у нас есть план на будущее в виде семьи, то конечно, больше. Конечно. Катюх, да. Значит, вчера ты услышала имя Кать Скалон. У тебя случилась истерика. Все-таки ты ревнуешь больше Сергея или ревнуешь больше Безу? Ну, я не буду говорить тогда, если мы... Я трачу время и силы на то, чтобы объяснить людям, что я не ревную, что меня предали, мне от этого больно. Вы хотите слушать свою правду. Я не согласна с этим. И я искренне считаю, что имею право, но не продолжать тогда разговор, потому что это несправедливо по отношению. Смотри, вот если бы Безус строил отношения со Скалон, у тебя бы такая же была реакция? Леша Безус, будучи моим другом, затеял игру, в которой пытается меня обмануть и убедить в том, что он собирается строить с ней отношения. А на самом деле? А его намерение свести Катю с Сережей, но он мне в лицо врет. И говорит, и прикидывается, что он хочет с ней строить отношения. А теперь поняла. Меня расстраивает вранье друга. Он меня предал. Все, я поняла. Спасибо. И, значит, все равно твое опасение, ну, помимо того, что это предательство. Нет, акцент на предательстве. Не то, что Сережа может мне изменить с Катей или оказаться в сети Кати, а в том, что человек, с которым я общаюсь... Безус подталкивает его к этому. Если рассуждать ситуацию Леши и Кати, естественно, я здесь не вижу каких-то какого-то сильного предательства, я не вижу каких-то там сильных прям таких порывов, поэтому она из мухи условно делает слона. В моем детстве был очень популярен фильм «Двойной удар». И я думаю, что Катя Скалон нанесла двойной удар Кате Гориной. Потому что и Лешу Безуса, и Сергея Хорошего Кате Гориной не хотел бы отдавать. Ближе.